Привет, друзья! Сегодня готовим вот такой замечательный, вкусный манник медовый. Манник я поливаю сахарной глазурью или помадкой. У меня она готовая. Я ее перелила просто в кондитерский мешок и выдавливаю. Нам понадобится сливочное масло, мягкое, сметана, у меня сметана 15%, манная крупа, пшеничная мука, яйца, мед, сода, ванилин, соль и сахар. Все, кроме муки, соединяем в одной миске. Сливочное масло, сахар, манная крупа, яйца, сметана, мед, соль, сода и ванилин. Перемешиваем все миксером. Перемешали. Оставляем на 30 минут для того, чтобы манка набухла. Прошло 30 минут. Манка набухла и добавляем муку. Перемешать удобнее миксером. Тесто готово. Форма у меня размером 27 сантиметров на 17. Переливаем тесто в форму и заметьте, тесто не густое. Отправляем в духовку. Заранее нужно духовку разогреть до 180 градусов. Обычно уходит минут 30-35 на приготовление пирога. Но всегда смотрите время по своей духовке. Готовый пирог проверяем на сухую лучинку. Лучинка должна быть сухой. Время приготовления всегда смотрите по своей духовке. У меня пирог был готов через 40 минут. Даем остыть в форме. Друзья, вот такой манник у меня получился. Ну и давайте посмотрим, какой он в разрезе. Вот такой манник в разрезе. Он мягкий, ароматный, воздушный. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким.